Всем привет! Пришел очередной заказ с сайта iHerb. Заказывала, как обычно, служба доставки Боксбери в Самару. Шел где-то 10 дней. В принципе, как обычно все. Заказывала две посылки, но почему-то только та ушла позже, приехала раньше. Возможно, первой, в которой были витамины, задержала таможня. А здесь как бы более косметические средства. Итак, начнем. Распаковка. Вот только что сейчас привезла ее. И быстренько решила снять, пока чтобы все новенькое. Чипсы. Я их уже заказывала. Стоит $3. А, кстати, вся эта посылка обошлась мне 3,201 рубль. Как бы заказывала в рублях, поэтому это уже со скидкой получилось. Чипсы стоили $3. Я точно помню, где-то 200 рублей, по-моему, если в рубли перевести. Очень вкусные. Тут 200 грамм. Мне не очень понравились, поэтому как Рузик напоминает. Только такие сырные, с привкусом сыра. Хотела побольше взять, но что-то зажало, так скажем, денег. Дороговато вышло. Классные чипсы, советую. Оригинальные. Без ГМО. Обязательно буду заказывать, как только будет время. И возможность к деньгам. Кошка. Любительница. Так, вот это средство коллаген от фирмы Dr. Best. Заказала у меня коллега с работы, поэтому открывать не буду. Я сама допиваю баночку от фирмы NeoCell, тоже коллаген. Мне хватило на 2 месяца. Покупала я это 9 с чем-то долларов тогда по акции. В принципе, неплохая вещь. Там есть мерная ложечка. Я ее не полную наливаю или мешаю с водой и добавляю лайм или грейпфруктовый сок или мандарин, что есть. А так в основном пью, конечно, с витамином С от, ну там, 250 миллиграмм от фирмы Dr. Best, по-моему, если не ошибаюсь. Ну, я бы сказала, когда пьешь с витамином, не особо усваивается. И все-таки лучший эффект, когда с натуральными компонентами в виде ягод каких-то или фруктов. Потом спрошу, как ей понравился или нет, возможно, этот еще закажу. Тоже, по-моему, 200 грамм. Да, тоже 200 грамм. Ну, он тоже как бы один из основных, самых популярных продуктов на сайте. Так. Это тоже заказала коллега от Омега-3. Сейчас они там стоят 324 рублей, если в рублях. Курс доллара у нас сейчас на конец сентября стоит 66 рублей, поэтому как бы дороговато выходит. Я тогда по акции брала за $2, по-моему, за штуку. Я брала 4 штучки. Уже заканчивается, там одна баночка осталась. Мне как бы припасла ее на зиму. А она взяла вот за 4,95, что ли, доллара, если в долларах смотреть. Ну, хорошую штуку советую. Потом еще коллега у меня взяла работы, тоже попросила, тоже по акции, от Sierra Bis, новинка, бальзамы. Очень, я ни разу бальзам не брала, в этот раз взяла, вот они, коллега, точнее, взяла с подружкой, еще с одной своей напополам, как бы в рубли получилось 264 рубля, а если переводить доллары, тоже там 4,95. Ну, как там, у меня была скидка, поэтому получилось, что чуть-чуть подешевле. Тут она господи, со вкусом смотрю. Что не. Господи, вкус-то какой, ничего не пойму. Крем-брюле, вот. Тут 8 штук. Я себе взяла такие же, только тоже в такой же цене, но разных. У меня еще тайские, я с Таиланда привозила, еще не закончились. Ну, как бы пока акция, решила себе тоже припасти, потому что подруга, коллега, точнее, так и хвалила, что как бы раз акция, решила взять. Ну, на крайний случай подарок кому-нибудь придарю. Сестре, например, двоюродной или родной. Так. Здесь разные. Здесь смесь, тоже 8 штук, но разных. Какао, мед, ментол, ваниль, ши и другими.
Они самые популярные на архиорб, так что на них останавливаться, мне кажется, нет смысла. Так. Взяла стевию по акции. 5 с чем-то долларов. Вышла она у меня. Она называется на сайте как лекарственное средство без содержания спирта. Люди пишут, что как бы достаточно 1-2 капель для сладости. Поэтому решила попробовать. Тут, по-моему, 118 миллилитров. А, нет, 60. Что-то я перепутала, думала, 118. Ладно. Так, взяла. Давно хотела, как бы, пока там тоже была у них акция, что ли, была, если не ошибаюсь, что-то там. Тоже по 200 с чем-то рублей вышло, или 300, около 300 рублей. Сыворотка с ретинолом, серум. И сыворотка такая же с пикногенолом. От фирмы Madre Labs. 28 грамм. И здесь тоже 28 грамм. Про них очень много пишут. Кому-то подходит, кому-то не подходит. Вроде как бы сначала вот этой сывороткой мажешь на ночь, а сверху своим уже кремом. Ну, у меня как бы много косметики. Таких я привожу со всех стран. Заканчивается. Решила попробовать этим. У них тоже очень много всяких отзывов. Посмотрим. Так, взяла 2 кисти. Тоже дальше засматривалась. На них распродаж была небольшая. Это фирма Эльф, если я не ошибаюсь. Так. Там запечатано, да? Посмотрим. Я хотела как бы взять кисточку для нанесения на брови теней. Не знаю, видно, не видно. Скошенная. В принципе, неплохо на вид. Посмотрим, как сделали будет. Малая угловая кисть, по-моему, называется она. Стоила около 3 долларов. Ну, я могу ошибаться, конечно, ссылки я оставлю внизу. И еще одну кисть тоже все хотела. Хотела и наконец-то купила. Вот Real Technique. Кисть для расстановки акцентов. Тяжелее открыть. Ой, и, по-моему, все блогеры называют кроличьей лапкой. Да, похоже. Кроличьим хвостиком и лапкой, да. Такая небольшая кисточка. Край матовый, а здесь металл. Я думаю, будет удобно наносить или там пудру контурировать. Посмотрим. Хорошая кисточка. Взяла. Тоже была акция выходных. Я... Кондиционер и шампунь от фирмы Джованни. У меня есть уже одно такое средство. Я брала для выпрямления волос. Хорошая, мне понравилась фирма. На мокрые волосы, если брызнешь, вот то средство, как бы, волосы выпрямляются и очень красиво смотрится, как вместо утюжка, если у кого-то нет.
Так, в принципе, хорошо упаковали, скотчем заклеили. Тут тоже с аргановым маслом и бразильским кератином. Все его хвалят, много отзывов, как пока в наличии было. Стоило 260 рублей, если не лёгку, тоже около 300 рублей. И то по акции. Потом скажу отзывы. Так. Кондиционер решетки. И тоже по акции взяла от фирмы тоже Джованни. Это у нас кондиционер для интенсивного восстановления, по-моему, называется. Тоже стоил в районе тоже 300-350 рублей. Шампуня не было в наличии, поэтому взяла пока кондиционер, потом шампунь дозакажу. Ну, по-моему, сейчас появился на сайте, ну. Испробую также кондиционер, потом скажу. Они все где-то 250 миллилитров. О, подарочек неожиданный. Вот сколько заказывал, ни разу Айхёр подарок не дарил. Сейчас у них что-то происходит с сайтом. Лично говоря, в легком недоумении. Раньше так удобно было пробные товары заказывать. Там получал за копеечные цены. А сейчас они эти цены подняли, и пробники получились, как будто стоят, я не знаю, там, как будто без. Вот этот не пробник. Там по 10 долларов вместо 1 доллара. И как бы у них каждые сутки новая акция началась на один товар. И в тот момент, когда я заказывала, я заказала жидкий кальций для детей. Ну, я думаю, раз для детей помогает, то и взрослым будет неплохо. Вот, например, с тем же гиалуроновой кислотой, с той же или коллагеном. Витамин С лишнего не будет. Так как в пробниках все дорого, ну, а этот стоил около 2 долларов. Хорошо упаковали. Это стеклянная, кстати. А стевия в пластмассовой. Витамин С. 5 миллилитров, 24 дозы. Ну вот и все, посылка мне. Общий вес, который был написан на коробке, 2,40. На сайте же 3 с чем-то килограмм. Как обычно. Тайхерб. Ну все, всем спасибо за внимание. Ссылки очередную оставлю, как я уже говорила. Заказывайте. Используем мой код. Всем спасибо за внимание.